рамках реализации программы «Комфортная городская среда» в Каспийске в 2024 году представители УЖКХ и отдела архитектуры администрации муниципалитета совместно с управляющими компанией провели общее собрание с жильцами. Это те адреса, по которым планируется благоустройство дворовых территорий. Елишенко 5-7, Ленина 11, 17, 25, 29, 31, Орджоникидзе 18, а также Кирова 64, 66 и 68. На встрече были представлены предварительные дизайн-проекты для того, чтобы собственники помещений могли ознакомиться с планом, а также внести свои предложения и замечания. В течение месяца будет собираться информация от жильцов. С учетом их пожеланий будут внесены изменения в дизайн-проект, после чего он будет утвержден, определится объем работ, будут составлены дефектные акты и смета.